Мои покупки в Фикс Прайс. Что я люблю покупать в магазине Фикс Прайс? В этом магазине сейчас в нашем городе товары стоят по 47 рублей. Я часто покупаю для своего маленького младшего сына там различные игрушки и игры. Мне очень нравятся пазлы. Чем нравятся мне эти пазлы? Тем, что, во-первых, они находятся на прочной фанерной основе. И сами пазлы состоят из фанеры. Кроме того, они крупные, крупного размера. Их здесь 25 штук. 5 рядов по 5 пазлов в каждом ряду. Они красочные, то есть ребенку интересно. И заодно можно заинтересовать ребенка сказкой о Буратино. То есть сказать, это картинка из очень интересной сказки Буратино, которую обязательно нужно прочитать. Затем, чем эти пазлы удобны? Тем, что это фанерная основа, которая находится внизу, на ней изображена та картинка, которую мы выкладываем. И поэтому собирать эти пазлы очень легко. Мы смотрим на картинку, совмещаем с пазлом, прикладываем пазл. Вот он подходит сюда, значит, мы его сюда кладем. Мой ребенок очень любит собирать эти пазлы. Вот таких пазлов, такого образца, у нас очень много. Чтобы их не путать, что я делаю? Я приношу новые пазлы. Вот эти, например, я купила вчера. И прежде чем давать ребенку играть, я беру и каждый пазл нумерую. Сзади ручкой я пишу номер. Это номер пазла, он первый. И дальше пояснение. Бур. Бур это сокращенно Буратино. И так у меня написано на каждом пазле. Все пазлы по порядку пронумерованы от 1 до 25. Бур значит Буратино, потому что у нас таких пазлов много. И каждый из них пронумерованный и записано, что это за сказка. Потому что ребенок может собирать пазлы, потом их перепутать и так далее. Я их периодически рассортировываю. Кроме того, это помогает собрать всю картинку, если что-то не получается. Я считаю, что пазлы очень полезны для ребенка, потому что развивают мелкую моторику пальцев, а это напрямую связано с развитием мозга. И к тому же эта игра спокойная и считается интеллектуальной. Мой ребенок в 3,5 года очень любит собирать эти пазлы, вот с 25 элементами сам справляется на удивление легко. Но сначала в этом же магазине Fix Price мы покупали пазлы, в которых было 6 элементов, потом 9 элементов, а потом он начал справляться с 25. Я считаю, что это прекрасная игра, которая развивает ребенка и стоит недорого. И пазлы сами по себе очень прочные, замечательные, намного лучше картонных.